И горюшины, и груши. Привет, ребята! Сегодня так скрипит грохот. Привет, ребята! Сегодня опять невероятная история с желтым трактором. Даже двумя. Вот они какие. Мы опять их нашли. Пойдем смотреть? Быстрее. Эй, а он на нас не пойдет. Смотри, какую гору он сделал. Кучу навалил. Кучу? Да. Вообще супер, смотри какой. Это мальчик-трактор. Мальчик-трактор? Да. Супер. Он не боится. Смотри, какую он кучу делает. Разворачивается. Это фронтальный погруз. Вилли, видишь, Вилли. Да. Он поехал. О, какой он, да? Ничего себе. Самый... Назад зовет, смотри. Быстрей. Пойдем за работу. Синий еще там. Синий? Ничего себе! Это же мой любимый цвет! Пойдем быстрее. О, ничего себе! Ух ты! Какой синий трактор, да? Это клево! Крутой трактор! Крутой трактор и машина, смотри, какая крутая, Порш. Да. Да. GCV, это же крутая техника. Не хуже Volvo. Не хуже Volvo? Да. А я хочу такой, мне нравится. Да, ну пошли его искать, я а? Я буду им управлять, потому что... Ты будешь им управлять? Ой! О! Эй, стой здесь. Это же так классно, да? Да. Какой тебе больше нравится, маленький или большой? Этот мне нравится. Большой нравится тебе? О, погнал! О, погнал! Ух ты! Какой малюсенький, правильно будет поднимать снег сейчас. Он к нам не поедет? Нет. Смотри, сейчас снег поднимет. О, как, видишь, как он тут? Он сам не поедет, да? Вот, и в общую кучу, смотри, в общую кучу. Вот так вот. О, как много. Пока-пока, мальчики и девочки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И игрушки. Это было два желтых трактора и один был синий. До новых выпусков. Выбирай любую. И подписывайся на канал Игорюшины Груши.